Огромный привет, опять Деко. Опять новый товар. Не успеешь зайти, опять новый товар. Гляньте, какие придумали классные штуки на мохито. Идея просто не то, что там вот покупать вот эти вот чашки, а просто идея сделать новые мохито. Кстати, нужно заехать в Метро и купить сироп. У меня там один есть сироп. Нужно купить сироп клубничный, взять лимоны, лаймы, мяту и приготовить кое-что освежающее. Кстати, мне нужны эти формы для льда. И наготовить вот таких для всяких вкусняшек, вот этих вот клубничных, лайма. Кстати, банки тоже интересные, но я покупал в Ашане покупал эти, тоже вспомнил, с этими, с трубочками покупал. Но вот тут я хочу показать очень много интересных, таких классных. Гляньте, какой стакан. Закрыто, открыто. Разные эти стаканы, гляньте, какой искривленный стакан. Банки тоже, эти банки, из них пьют. Вот такие вот стаканы, да, конечно, стаканы, цены на стаканы, хай бог мылые. Ого, не вытяну, гляньте, какой интересный. Обыкновенный стакан, но вот гляньте, вот на нем это вот опечатка, и все. И фирменный стакан вам сделали, 89 гривен. Вы смотрите на цены, я не буду озвучивать, просто смотрите сами. Так, я сюда поставлю, чтоб не сделать. Так, вот сюда поставлю. Но вот этот стакан мне понравился. Гляньте, как он красиво, интересно смотрится с этой трубочкой. Открыто, закрыто. Крышка прорезиновая, то есть не разольется. Удерживается в руке хорошо, потому что, видите, эти ребрышки. Хорошо держать. А сколько здесь? Здесь, наверное, пол-литра, я думаю. Да, пол-литровый. Вот чуть поменьше. Вот эти вот классные бочечки. На мохито. 82 гривны стоит. И есть кружки. 104 гривны. Ой, тяжелые. А с ручкой. Такая, знаете, морская волна. Цвета морской волны. Прикольно. Интересно. А гляньте, какой набор. Стаканов по 6 штук. Это для этого. Для шотов или шо. Наверное. Соломки по 42 гривны. 40 штук. Классно, мне понравилось. Нужно достать, кстати, свой и сделать. А вот гляньте, какая бутылка. Банка огромная для этого. Тоже для мохито можно сделать. Такое на фудкортах продают. Знаете, наделают целую кучу мохито. Открыто, закрыто. Ой, супер. Такое тоже. Сколько оно стоит? Я такое тоже хочу на лето. Сделать целую банку воды. Лёда накидать и подходишь себе, в стакан наливаешь. Классная идея. И вот этот классный кактус с трубочкой. 54 гривны этот стакан стоит. Тоже интересный. Так, а вот такие типа сервиза, бочка. 23 гривны, ребята. Скидка, представляете, нормально. Смотрится как хрусталь. Дарим мега скидки. Мега экономия. Так, вот еще одни бокалы. Ну, тот, кто смотрит меня, тут знает, какие я хочу. Сейчас, если они мне попадутся, я покажу. Кстати, цена дороговастенька. А вот, кстати, и формы для льда. И, кстати, очень хорошие вот эти вот большие формы для льда. Потому что я видел такие... Ага. Я видел такие силиконовые. Немножко мне так не нравится. А вот это вот большая форма для льда. И вот эти вот красные штуки, ребята, она хорошо, что силиконовая. То есть вы вот так вот переворачиваете вниз, надавливаете силикон, понятно? И лед выскакивает сразу. Потому что если оно все бы было пластиковое, вы так вот бы трясли, мучились бы. А вот эта вот штука хорошая. Нужно посмотреть, пробить цену. И гляньте, вот эти соломки тоже классные с этим. Для коктейля, для мохито. Тоже красиво смотрится в этом, в бокале. Но они сделаны из бумаги. 35 гривен. Сколько? 30 штук. Так, 199, 6 штук набор вот такой. Так, кувшины появились. Но я видел что-то покрасивее, поинтереснее кувшин. Ну а что это за кувшинчик такой маленький? Гляньте. Как этот, как пол-литра. Я пол-литра сразу выпиваю. Ну вот литровый еще, куда ни шло. Но я в Икее себе купил такой красивый кувшин, такой классный, стильный. Вот они, ребята, вот они, мои красавцы, стоят. Класс, вот эти вот я хочу. Тут цветов целая куча, ребята. Гляньте, фисташковый какой классный. Есть вот натурально фисташковый, а есть вот грязно такой фисташковый. Ну, бирюза, вот это вот все бирюза. И есть такие вот обыкновенные. А я думал, что это, гляньте, вот моя рука, гляньте. Это, я думал, что это посудка. Посудка для куколки. Вот еще одни, тоже интересная форма. Тоже красивый узор. Ну, те такие типа интереснее. Хотя это тоже красивые. И еще... А, это тоже такие самые, только расцветки другие. Так, они всегда новинку выставляют вперед. Детская посуда, наверное, или как, не знаю. Вот такие вот чашки. Ничего себе. 212 гривен, ребята, чашка. Не шучу.
Гляньте, какие красивые, как жемчуг. Опять говорю, как детская посудка, чтобы вы понимали. Вот моя рука и вот эта детская посудочка. 108 гривен такие. Так, эти тоже я уже показывал. Когда-нибудь тоже разбогатею для своих кулинарных видео. Тоже детская посудка для эспрессо, ребята. Для такого крутого, знаете, крутого-крутого эспрессо. А вот такая тарелка у меня есть, только чуть поменьше. У меня десертная. Тоже для своих кулинарных десертов. Тоже тут здесь брал по акции. Красиво все так придумано, сделано. Угу. Бирюзовый по 34, ну по 35 гривен, ребята. Кстати, очень хорошая бюджетная цена. Уже тут сколы, видите? Это с этим аккуратно нужно. Салатник. Так, друзья, показываю, новые тарелки привезли. Я говорю, все новинки они ставят наперед. 54. Вот такая вот тарелочка десертная. Так, дальше вот такая на обед тарелка. Классная. 83 гривны. Очень красивая. Да. Потом можно чашки подобрать. Опять скол, видите, как сколов, сколько много брака. Вот такая 76. Салатник или может даже суповница. Так, потом вот такие салатники. 98. Бирюза, ребята, бирюза. Поэтому я и остановился. Они знали, что везти. 76 вот такая тарелка суповая для супа. Угу. И есть вот такая тарелка десертная. 65. Тоже очень красивая. Гляньте, какая красота. Чунга-чанга прям песенки поет. Так, и вот такая вот еще большая, гляньте, какая огромная для обеда. Прям жираф, только бирюзовый. 100 гривен. 100 гривен жираф бирюзовый. Ну и чашки можно подобрать, ребята. Чашки подобрать можно. Музыку отключили. Это классно, можно снимать спокойно видео. Так, ребята, дальше по новинкам идем. Так, на детских наборах останавливаться долго не буду. Очень большой ассортимент, рисунки разные. 159,90, 160. В наборе входит, что у нас входит? Здесь, кажется, 3 единицы, да? Если я не ошибаюсь. Да, 3 единицы. Значит, у нас такая тарелка обыкновенная, тарелка для супа и чашка. С такими разными рисунками. Слоненятку. Шановні покупці, класи 29-31, меч завантажені. Гляньте, король лев. Я так любив мультик этого. Король лев у мене ще до сих пор где-то на комп'ютері був. Міньйони. І русалочка. Боже, як я хотів русалочку, ребята. У мене, я вам уже как-то рассказывал, да, кто смотрел мои видео. Я как-то видеомагнитофон хотел. И у меня еще видеомагнитофона не было, а я уже купил видеокассету, еще был пацаном, мальчиком, школьником был. И уже купил этот диснеевский мультфильм. Кассету купил с русалкой. А еще видеомагнитофона не было. А уже кассета была. Так, большой выбор вот таких тут. Очень много в разных цветах. Гляньте, как красиво смотрится вот такая зелень. 43. Тарелки эти по 39. На этих чашках тоже не буду останавливаться. Очень красиво смотрятся эти напитки с двойным стеклом. Есть и чашки, и стаканы. Очень легкие. Двойное стекло. Очень красиво смотрится. Напиток красиво смотрится. Так, начинается, ребята, осень. Уже осень. И вот скоро можно с собой носить, брать вот такие вот чашки. Термос, можно сказать, с такими вот крышками, которые будут сохранять ваши кофе или горячий чай. Гляньте, какой красивый. Ух ты. It's my like coffee. Красота. Ну, цены не вижу. Прям богатый такой. Даже подарить, знаете, не это. И даже есть чуть-чуть светлый. Этот мне понравился, такой шоколадный. И вот так выглядит светлый. Ну, в принципе, вот этот побогаче выглядит. Шоколадный цвет. Гляньте, не пойму, здесь трубочка, наверное, должна еще идти, да? Вот такая огромная-огромная чашка. Тут сколько? Пол-литра, наверное, с крышкой с такой. А где остальные? Это, наверное, не отсюда. Я хочу найти вот эти вот чашки. Это, конечно, мой формат. Такой львенок. Хочу найти вот эти вот чашки. Ребята, литровая чашка. Только салатовая. I love coffee, кофе капучино. И гляньте, что я еще нашел. Еще одна посудка. Гляньте, какие малюсенькие.
бирюзовый и синий, короче, тоже разные. Стакан для эспрессо 180 гривен. Боже, ребята, вот это 180 гривен. Ой, у меня аж руки трясутся. Вот это тоже красивое. Вот это мне нравится. Классное. А вот это что за 25 гривен чашка? Маршмеллоу. Чашка маршмеллоу за 25 гривен. А где она? Вот это вот я бы взял вот это за 25 гривен. Так, вот эти вот чашки я нашел. Короче, это не бракованная. Здесь просто еще вставляется трубочка. Вот они идут по 107 гривен. Ну, нормально. Здесь 680 миллилитров. Ребята, мой формат. Короче, я хочу эту чашку. Ну, не знаю. Вот это тоже классно. 680 миллилитров. Ну, времени уже нету. Уже закрываются. Но классно. Что делать? Короче, я подумаю. Ладно, я подумаю. Вот это мне понравилось. Большой объем, как раз длинные начинаются вечера зимние, и вот это мой объем. Все, я запомнил, где она стоит, 107 гривен. Ну, посмотрим в других еще эпицентрах, может какой-то рисунок будет, может другой будет этот, животное другое будет, поросенок, соответствующий меня. Короче, ребята, вернулся за этой чашкой, 107 гривен, я, наверное, ее возьму. Трубочка, только чтобы не было это, сколов никаких. На длинные вечера. Так, тут нормально крышка, нормально. Хай будет. Все, ребята, довольны, как слон. Гляньте, какая классная. Буду пить. Только теперь нужно купить чай в пакетах. Знаете, наверное, сюда на литровую чашку нужно будет два пакета каких-то чайных. Так вот открывается чашка, крышка. Ой, гляньте одной рукой. Ого, тяжело. Сейчас я открою. Так вот. Прорезиновая, это очень хорошо. Все. И вот так вот закрываю. Ну, чуть-чуть остынет чай. Можно будет пить через трубочку, через соломку. Все, ребят, я покупкой доволен. Все, всем хорошего вечера, всем пока-пока.